Все, что касается выборов законодательного собрания и представительного органа местного самоуправления Сурского района, я считаю, что «Единая Россия» победил. Я считаю, что кандидат одномандатник Малышев Валерий Васильевич победил достойно. Я хочу сказать огромные слова благодарности всем жителям Сурского района за то, что поддержали нас, за то, что поддержали губернатора, за то, что «Единая Россия» в нашем районе – это правящая партия. Спасибо всему нашему населению.